Раунд он уже тащил, поэтому команде НИП нужно держать хвостро и не подставиться. Дрейкен с Авиком под окнами, рядом с ним Форест. Шрауд, по-моему, догадывается, где находятся два оппонента. Форест только что мог умереть. Что же творит Шрауд, друзья? Шрауд откидывает еще флешечку, замечает Дрейкена. Форест выходит. Он опять берет раунд! Да боже как мой, вы как? Что вы делаете, НИПы? Это жесть! Знаешь, помнишь, я о чем говорил в начале игры?